А ты ни капли не изменилась. Есть кое-что, о чем она не позволила мне рассказать. Но я думаю, ты имеешь право знать правду. Директор Хэ, прости, Сьюжин. Я не могу выносить, как ты обманываешь всех вокруг себя. Джию, болезнь твоего отца — это выдумка. Она давным-давно все выяснила, но обещала твоему отцу молчать. Фан Джию, я могу все объяснить. Я... Ладно. Объясни. Что такое? Чего онемело? Значит, это правда? Ты помнишь, что обещала? Уже забыла? Прости меня. Тогда почему ты мне лжешь? Солгала ради него. Фан Джию, успокойся. Забудь. Все, что вылетает из твоего рта, очередная ложь. Фан Джию! Не уходи. Я очень виновата, прости. Пожалуйста, не оставляй меня. Отстань от меня. Фан Джию! 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 Джию, ты куда? Понимаю, что ты злишься. Я побуду с тобой, пока ты не успокоишься. Не нужно. Не ходи за мной. Ничего. Я подожду. Главное, ты теперь понимаешь, что Сюэжэнь ничего не стоит. Джию, с того самого памятного дня ты так больше не появлялся в моем офисе. Я думал, люди меняются. Но я ошибся. Ты не изменился. Такой же мерзкий лжец, как и раньше. Полагаю, Сюэжэнь тебе все рассказала. Зачем ты ее в это втянул? У меня кроме нее никого не было. Зачем? Ради достижения целей я никогда не был разборчив в средствах. Я беспринципный лжец. Ты же знаешь. С сегодняшнего дня нас больше ничего не связывает.